В Арктике появились первые морские спасательные центры. Развернуты пункты берегового базирования аварийно-спасательных партий. Однако на этом работа не прекратится, сообщил зампред правительства Аркадий Дворкович. Правительство России планирует в 2015 году включить аварийные службы в экипажи ледоколов, которые осуществляют проводку судов по Северному морскому пути. Кроме того, уже сейчас на системной основе организуется работа по лоцманской проводке ледокольного обеспечения плавания судов. Данные меры, по словам Дворковича, краткосрочные и будут реализованы до конца 2016 года.